Этот картофель привезли с полей Тюменского района буквально несколько минут назад. Здесь идет сортировка клубней. На предприятии сейчас горячая пора. В уборке задействованы все работники. Даже бухгалтер вышла на линию. Мы на сортировке. Мы убираем колотую, резаную. Если попадается бракованная, все удаляем, чтобы чистая картошка уже шла. Во время осенней уборки мы помогаем. Все помогают. Руководители тоже. Еще бы, ведь картофель высадили на площади в 250 гектаров, а убрана только пятая часть. Работы в полях начались на неделю позже. Теперь нужно спешить, ведь накормить предстоит не только Тюменскую область, но и соседние регионы. Погодные условия были непредсказуемые в этом году. Выпало очень много осадков по сравнению с прошлыми годами. Но на качество, слава богу, картофеля это не повлияло. Качество у нас хорошее. Очень большой спрос идет на картофель с Новосибирской и Омской областей. У них не урожай, у них большие дожди. Многие едут сюда, в Тюмень, чтобы приобрести картофель. В полную силу трудятся не только овощеводы. Работа кипит и на полях зерновыми. Сейчас аграрии используют буквально каждую минуту для работы в полях. Здесь, например, убирают овес, он пойдет на корм животным. Убирают около 40 центнеров с одного гектара. По региональным меркам это хорошая урожайность. Нам деваться некуда. По большому счету, все, что мы посеяли, мы должны заложить в закрома. Некоторые зерновые культуры мы уже убрали, такую как рожь, показала неплохую урожайность. Сейчас убираем пшеницу, сейчас убираем овес. В Тюменском районе убрано около 30% площадей зерновыми и зернобобовыми. Собрано около 8 тысяч тонн зерна. Проливные дожди в летний период, выражаясь профессиональной терминологией, положили культуру. Отсюда невысокие темпы уборки зерновых культур. От этого в некоторой степени пострадало и качество зерна. А это уже Ишимский район. Даже несмотря на то, что над полем в очередной раз сгущаются тучи, работники не спешат расходиться. Комбайны по полю, где можно идти, еще идут. Техника никакая практически не ездит. Темпы уборки неблагоприятные. При норме 3500 гектар за сутки мы убираем около 1000. Больше у нас не получается. Похожая ситуация по всему региону. Несмотря на то, что аграрии прикладывают все силы, специалисты уже сейчас говорят, рекордных урожаев в этом году ждать не стоит. Юлия Никифорова, Михаил Болбель, Владимир Курков, Тюменская служба новостей.